у нас всегда был спикер, всегда на первом месте парламента. Да? Мы первый раз видим, ну, требует осмысления. С депутатского медиарейтинга началось обсуждение грядущих выборов в АКЗС, которые будут в 2026 году. Первую строчку в списке экспертов занял отнюдь не председатель парламента Александр Романенко, а его заместитель Денис Голобородько. В антирейтинге лидирующие позиции заняли коммунисты – 7 из 10 человек из КПРФ. Зато электорат у красных за последние годы увеличился. Если с начала 2000-х мы всегда рассматривали это базовое ядро в 15%, то сейчас мы говорим о том, что 32% гарантированно всегда будут голосовать за левых. Ну, неважно, в чем они будут представлены. Ну, в каждом регионе мы видим другую представленность. С другой стороны, по мнению экспертов, общество стало более сбалансированным в политическом плане. Число центристов увеличилось за 20 лет примерно в 1,5 раза, достигнув 55%. Поэтому эксперты ставят на то, что «Единая Россия» и дальше будет усиливать свое влияние в АКЗС. Однако никто не исключает, что раскладка может слегка измениться, если зайдут новые фракции. Скорее всего, это будут новые люди и, неожиданно, партия пенсионеров. И мы понимаем, что партия пенсионеров электорально имеет везде возможность прохождения за счет бренда, за счет правильно подобранных тематик. По мнению экспертной группы, «Единая Россия» с отрывом победит на выборах в АКЗС в 2026 году. Остальным же фракциям и их представителям предстоит найти свои ниши для поднятия рейтинга. Даниил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.